Здравствуйте, товарищи, добро пожаловать на ТВ Джем. Сегодня будем разговаривать про пост. У нас в гостях такая красотка американского происхождения. Девушка у нас профессиональный диетолог. И мы сегодня хотим разговаривать с вами на такую тему. Как мы так православные, когда постимся, там голодаем 50 дней, чтобы у нас организм функционировал. Здравствуйте. Сегодня мы будем готовить очень полезный суп. Грибной. Он очень постный. Лук надо? Лук надо. Сколько? Две головки. Две головки лука, а парей не надо? Нет. Режем кубиками. Режем лук кубиками, мелким или крупным? Средним. Средним. Пойдет. А мы тем временем ставим духовку на 180 градусов. Сейчас мы возьмем это масло, прольем это все сюда. Чеснок очень важно. Сейчас весна, иммунитет нужно поднимать. И чеснок очень сильный антиоксидант и имеет антибактериальные свойства. Это вы уже научили, мы здесь ничего не готовим без чеснока. Ты знаешь, как себе экономить время, чтобы лук быстрее обжарился? Нет. Когда не смотрит ТВ Джем, он вообще не знает, как экономить время, да лук быстрее обжарится. Возьмешь соль морскую, посолишь, понажмешь эту руку. Сейчас лук пусти соки, воду, и он вообще обжарится до 10-15 минут. Все правильно. Я сейчас это все, опс. А есть у меня еще один маленький секрет для тебя. Когда чистишь чеснок, возьмешь одну посуду, добавишь так горячую воду, ставишь чеснок внутрь, и это сухое выпьешь воду, и потом снимается очень просто. Понятно. Ну давай, да не помучишься, давай я тебе помогу. Это достаточно чеснока? Да. Что дальше нам надо? Дальше нам нужно мелко порезать капусту цветную, чтобы она побыстрее сварилась. Ты знаешь, как я обращаюсь с цветной капустой? Нет. Я первую цветную капусту замачиваю у кипяток, чтобы освободиться неприятного запаха цветной капусты. А потом эту воду бросаем и варим у другой. Я думаю, можно уже чеснок, наверное, добавлять сюда. Я чеснок добавляю всегда на концу, чтобы получил его аромат. Добавим. А чуть зелени добавим? Можно, конечно, да. Мы это будем томить минут 20. Это такой аромат, то, что надо. Ну, давай добавим чуть укропа. Русский любит укроп. Только очень небольшое количество. Почему? Потому что, чтобы он не перебивал вкус. А он и прибьет. Он сейчас сварится, и он даст толку от цвета. А укроп, когда свежий добавишь, ты прибьешь. А укроп, когда варишь, ничего страшного не бывает. Я думаю, сюда уже можно добавлять. Сейчас будет капусту и грибы. Грибы какие? Грибы мы используем белые. Белые грибочки. Да. Давай добавляй. Потому что они более ароматные, чем шампиньоны. Сюда же можно уже, наверное, посолить замечательной вот этой солью, да? И теперь давай, капусту давай. Добавляем. Давай. Это надо все залить водой, примерно 4 стакана. Как диетолог я не рекомендую никакие использовать бульоны быстрого приготовления. Очень хорошо. Значит, не варим до конца, а просто варим, чтобы сохранили пищевые ценности. Правильно я говорю? Да. Чтобы осталось и немножко, и так дальше, чтобы все не свалило на пару. Можем и так. Уключим. Мне нравится консистенция. Так, ставь здесь. Ставим кастрюлю тебе. Сейчас мы это ставим здесь. У нас получился пюре. Белые грибочки, цветная капуста. Добавим воды, потому что, когда есть воды, блендер нормально блендерирует. А без воды это неинтересно. Сейчас уже все можем так у кастрюлю. Получается, у нас каша для маленьких детей. Знаешь, это, которые продают в банках, но настоящие... Мы, конечно, не будем делать кашу, мы будем делать супчик. А чтобы это все получилось супчик, нам и надо туда добавить дальше воды, правильно? Скажи, когда хватит, я заботюсь. Хватит! Но мы не будем делать соус, мы суп делаем. Все равно это крем-суп. Крем-суп это когда сделаешь суп, подобавишь немножко сливок, чтобы было крем. Мы не можем сливки добавлять. Каша, блин, это за дети, это маленькие Нет, банки. Все это. Хорошо, очень хорошо. Дальше нужно грибы шиитаки порезать очень не толсто, не тонко, такой средним. Теперь нам нужна чашка, чтобы это все вместе с солью и с маслом мы это все перемешали. Шиитаки – это японские шампиньоны. Очень полезные грибы, потому что в них есть много полезных вещей, которые улучшают иммунитет. Соль сколько?
Масло, оливку, пойдет? Пойдет. Настоящие повара, они то делают руками, чтобы оно разлилось. А перец, паприку и так дальше не добавляешь? Я думаю, перчик можно. Хочешь острую, хочешь сладкую? Давай острую. О, какой красивый цвет будет. Четыре вида перца. Черный, белый, красный, зеленый. Мы это выкладываем на противень. Если я не ошибаюсь, мы делаем чипсы. Да, грибные. Все, надо в один слой. В один слой. И все это отправляем в духовочку. Не надо чуть масла сверху. Уверена? Mm-mm. А давай я попробую. Ну, давай. Чтобы они хрустели, а они в масле не будут хрустеть. А масло поднимает температуру, они будут в два раза быстрее хрустящие. Хорошо. И отправляем это минут на 15-20. Но да. Надо внимательно смотреть, чтобы они не сгорели. Прошло полчасика. Что с нашим японским чипсами, читаки? У нас есть одна талерка, потом мы возьмем вторую талерку. Сейчас мы это сделаем так. Опс, нальем девушке супчик. Все, плей, мадемуазел. Можно паприку мне? Можно. Остру? Да. Хо-хо-хо, я себе добавим сладкую. Потом. Можно, да, маленечко. Все украшаем грибочками нашими. За тебя не знаю, я себе добавим чеснока немножко. Для того, чтобы у нас был более полезный суп, мы добавим сюда водоросли нори. Они у нас очень полезны. Здесь очень много витаминов, минералов, естественно, йода. Можем нарезать. Я тут добавим чеснок себе. Водоросли мора, это вам по-русски морская капуста. Но такая сушеная, я тут сделаю немножко по-другому. Я тоже попонтуюсь. Фьюжн мы тут тоже умеем. Мы его сделаем так с парусами или с пирамидом, если хотите, как у Египта. Сейчас мы тут немножко порежем зелени. Ой-ой-ой. Такой замечательный постный диетальный суп от самого лучшего диетолога города Москвы. Дина Кристин, Серж Дина, ТВ Джем. Спасибо, чао. Приятного аппетита.